Всем привет, друзья! Вы на канале Call Gameplay, с вами Саня. Продолжаем сегодня ту самую битву. Так, вот этих двое сразу не надо. Сильнейший, собирайте дружественные сбросы. Не надо. Вот этот не надо. Вагенбург не надо. Вот это, ну... Я думаю, этих достаточно будет. Давай. Так. Ну, первым делом, как обычно. Сейчас будет больно. Вот так вот делаем. А, блин, усилить надо было. Блин. Ладно. Усиливаем. Блин, опять же. Тупанул, блин, надо было. Хотение есть, а как же? Где надо было? Как ма Опять сапоги туплю, жмуть. блин. Вот, отлично. Теперь появилось, кого можно кидануть в огонь. Во, прекрасно. И еще в огонь. Сам в огне появился, сам виноват. Ай-яй-яй, туман. Такс. Пока рано. Так, бронзовую пока тоже. Давайте-ка мы пока просто вот этого и вот этого в огонь. Как хорошо целый ряд горит. Хорошо горим. Так, раз, два, три, четыре. Это пятый. То есть можно пятеру вынести. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Вот так сделаем, чтобы побыстрее избавиться. Так, отлично. Две выгорело. Так, он вообще пасанул. Все, я тоже пас. Я не буду тратить. Может, он раньше пасанул, я, может, не увидел, блин. Такое может быть. Так, ваген. Вот это убираем. Да, это пусть будет, это пусть тоже будет. Десятка, дуэль. Может, десятку лучше. Блин, ну ладно. Ну, неплохая карта, конечно. Да я думал, может, дадут мне поджигателя. Сейчас кого? Ну, сейчас только пока... А, не-не-не, стоять вот этого. Ай, блин, опять неправильно. Надо было его сюда положить и этим вверх. Фу, блин. Забываю постоянно про эту тему, что можно ему сразу заряжать. Ну, ладно, хрен с ним. Будем тогда сюда ложить. От севы и до жнива не каждому быть живу. Вот так делаем. Так, этого мы сейчас должны зарядить получше. Чтобы он прям как бахнул, он у нас будет вместо огнеметчика. Сейчас, блин, туманники туман поди сделают мне, сволочи, сюда. Так. Бронзовую карту. Ну, давайте попробуем. Выберите на поле или в руке. Две его копии в вашу колоду. Так. Так, две его копии в нашу колоду. Ну, типа они, наверное, добавились. Непонятно.
нас сейчас пойдут вот эти демоны. Такс. Ну, можно теоретически вот этим дуэль устроить. Хотя они, конечно, не самые сильные. Так, ладно. Получилось пока. Ну, просто странно, что они друг друга не побили нормально. Так, три тут надо, блин, как минимум, чтобы шестерка у него была. Так. Ну, давай вот этого. Твой выход. Так, четверка. Еще усиливаем. Пятерка, надо шестерку по-любому. Тогда мы сможем трарах весь ряд вот снести просто. О, 14 вытащил. Красивый человек. Так. Как я попал одному сапогу в глаз 20 шагов? Нет. Так. Вот. А, блин, а почему здесь четверка? Фак. Блин, четверка мало, блин. Хули. Не, ну как, не то чтобы мало. Ладно, давай хотя бы четверку используем, потому что иначе, блин, уже пятерка была. Все равно меньше будет. Ну, сейчас, во-во, пусть я просто его-то хочу, чтобы он вот этих вот всех повыкидывал, чтобы у него на следующий ход не осталось таких карт. Чем они больше, тем проще попасть. Так, он снесет по двойке, да? То есть, грубо говоря... Раз, два, три. Так. Ну, пусть даже так, все равно. Они в отбой уходят и... Уже. Пусть, вот этого он вытащил, молодец. Вот, еще что-то там произошло. Почему мы пас не можем сделать? Ну ладно. Доспехи их не спасут. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 нанесет, да? Ну, как минимум. Можно вот так сделать. Давай, чувак, выкидывай. 1-1. Так. Сильный какой попался этот Альгуль, блин. Ну, карты, конечно. И, конечно, карт у нас нормальных нету, ребята. Да. Блин, вот мне кажется, первый раз мы когда играли, вот самый первый раз было прям вообще, надо было тогда вот, если бы я не стал бы перебивать всех его типов. Для тебя это поле боя, для меня сокровищница. Так, сокровищница. Ну, у него вон какие остались, блин, тут серьезные карты. Мне тут сейчас против них, конечно, ничего не сделать. Вот это все, что я могу сделать. Так, тут надо чисто ждать, пока просто удачная раскладка карт будет. Это вот... Видите, сейчас вообще не попались даже...
огненные вот эти типы. Вот сейчас попались, до этого ни разу не попались. Так, вот этого пока не надо. Так, на первых порах можно дедов убирать. А, ну и усиливать тоже можно. Ну ладно, сейчас второго деда вытащу. Надо было слухать мою бабу. Так, опа. Сразу хорошо становится. Так, теперь, так, он вывел одного сильного. Вроде чем-то пахнет. Так, сейчас сделаем перемещенцев. Блин, у нас еще вот это. А, из сброса, ну ладно. А, вот мы вот это. Сейчас мы их всех в огонь отправим. Да он их не кидал, просто жесть. Так. Вот этот. Ну, кто с броньками, просто чтобы броньку снимало им. Просто все поле заполнено. Я такой битвы еще не видел, чтобы столько типов было. У врага. Ну, ладно, мы своих усиливаем у нас. Опачки. Ну, тоже неплохо. Так, только что мы кинем? Случайно из сброса. Ну, у меня в сбросе никого нет. Ну, вот так вот сделаем. Красивенько так. Огонь что? 2 единицы, да? 33% вероятность, то есть он не всех бьет, а тоже с некой вероятностью. Ладно, что ж, так, а кто у нас? А, это взрыв. Угу. Так, мы тогда делаем еще раз вот так. А ты получал когда-нибудь камнем? Вот этого, вот этого, вот этого. Оп, все в огонь. Всем гореть. Просто одни накеры, ему даже карту... А, все, он, кстати, пас. 69-69, ну как так-то? Блин, почему так-то, я не понимаю. Ну, он как бы меня вынуждает еще одну карту просто кинуть, блин. Ну, пофиг, давай вот эту без. Не жарко в такой куртке-то. Все, конец хода. Да, и он наложил там еще больше. А, сейчас нормально будет. А почему вот здесь я не могу пас? Типа то, что я уже как бы сделал вот этот ход, видимо. Блин, мне бесит эта тема вообще просто. Раз, два, три, четыре, пять, может. Доспехи их не спасут. Ну, в итоге получается, что я даже так вот непреднамеренно все свои карты выиграл. Вот. Ну, теперь пас. Ну, конечно. А у него они все сейчас в отбой уходят? Да, они все в отбой ушли. Ништяк. То есть хотя бы здесь их уже не будет. Это хорошо. Толку, конечно, от этого немного. Ох, хамьё лирийское. Ну, у него все равно до хрена карт. У меня он вообще ничего нет. Зато у него полная колода. Он сейчас все своих там этих силачей повытаскивает. Так. 5 ниц, если он находится в ряду с огнем на сети. Всем отрядам 5 единиц. Так. О.
барабанщик. Так. Так, вот сейчас он опять своих накеров. Так, а что мы сделаем? Мы вызовем военная повозка, блин, да военная повозка. Иногда так повезет, что лучше не самая лучшая пройтись. Тема. Снова тянут с жалованием. Снова тянут с жалованием. Да, вон тебе, вот жалование тебе. У типа такие карты сильные, блин, просто жесть. Я не знаю, как с ним можно тут играть. Ее величество исключительно. Не, можно, конечно, его не трогать пока, но один фиг, просто потом придется к нему вернуться. Выиграл. Ну, блин, он карты не выкинул, у него все равно там накеры эти сильные. Да. Так, ну ладно, вот этого-то можно сейчас кидануть. Но все равно, слишком много карт у него тут уже. В любом случае здесь уже не варик. Сейчас он как накидает там своих 14, он девятки, 14 у него там. Он прям их... Я смотрю, вот он молодец, держит их прям вообще до конца просто. Он просто их не кидает. Для тебя это поле боя, для меня сокровищница. Вот, вот они. И когда у него воин, у него пополняются, короче, обычные эти, я так понял. Это плохо. Ну, все. Собственно, на этом все. Что за битва, а? Ладно, я все-таки еще попробую. А, вот пусть этот будет. Этого пока уберем. Вот этого возьмем. Так, повозка в Агенбург и повозка, да. Вот этих. Ну, давайте вот такой колодой сыграем, да. То есть первым делом мы выносим в Агенбург. Мы делаем вот так. А, нет огнеметчика, кстати, у меня сейчас. Это хреново, но я надеюсь, что, так сказать, на второй раунд будет... У меня-то уж нету сил. Вот, так, отлично. Лишь бы только его не били сейчас. Ай, сволочь, он самый, блин, сильный. Так. Так, ты будешь бить кого? Девятку. Пятерку, да? Ну давай, стреляй, потому что иначе, как говорится, удачи не видать. Блин, вот один остался, черт. И сейчас он вызовет еще. Если бы его не было, уже не вызвал. Так, ладно. Мы вызываем вот Саривию! Вот. И мы усиливаем вот кого-нибудь.
Их и учил. Ну, одного. Ну, сейчас вот это попрется. Куда три карты? Три он выкидывает. Это вообще просто, я не понимаю, как... Тут без вот, реально, без огнеметчика, наверное, фиг что сделаешь. Ну, я сейчас чисто так вот. Так, дуэль мы оставим. Вот этого можно, отряд справа. Отряд справа. Давай вот этот. Если кольцо слезать не хочет, надо отрезать палец. А чисто так, чтобы... Пусть он просто вот этих побольше. О-о-о-о. Все, он пас. О-о-о. Он еще кого-то вывел. 103. Все, я не буду сражаться. Я здесь уже пасую. У меня есть небольшой запас. Он много своих выкинул. У него, конечно, много осталось, но здесь еще у него 5 карт. Так, здесь 2 огнеметчика дали. Так, обменять. Вот этого я хочу. Блин, вот этого типа. Ладно. Да. Так. Окей, они есть, а как же? Так, ма, сапоги жмуть. Давай, гать. Сейчас будет больно. Сейчас будет больно, да. Ну, по крайней мере, с огнем ему уже будет гораздо сложнее. Вот сейчас я жду, пока этот зарядится. Так, тот раунд, получается, он выиграл, да? Да. Так, есть. Давайте, давайте, все в огонь прыгаем. У него их тут немного, кстати, осталось. Жаль, вот сейчас этих перемещенцев мне не дали. Вот это, конечно, плохо, потому что это бы прям понадобилось. Конец года. Горели еще типы. Так, 28. Да. Вот это неожиданно, кстати. А, блин, а он спасовал. Фу, ёпа. Ну ладно, пусть у него сейчас пока повыгорают картишки. О, и мне позаряжается. Все, вот теперь я тоже пас. Ну у него до хрена карт. У него 6 карт. И тут еще 3 этих накера осталось. Я боюсь, что нам не хватит. Так, вот это хорошо. Ну... Обменять. Да некого менять-то. Все вроде более-менее. Давайте. Берегите головы! Сразу поджигаем. Сразу усиливаем. Блин, у него карт больше, чем у меня. И это меня беспокоит. Вот единственная надежда на вот этого типа, конечно. Божий ратник. Так, ладно. Чем проща хороша, ее спрятать легко. Бах. Да, проща хороша. Давай, выкидывай всех там. Блин, сволочь. Так. Сильнейшему. Ладно.
Блин, вот 14. Ой, смотри, он добавил сюда накеров своих. Вот сейчас начнут, блин, поди появляться опять. Сволочи. Так. Дуэль пока не на кого делать. Так, он 3 снизу. Укажите мне цель. Так. И мы сразу же вот этого усиливаем. Вот этого бы посильнее сейчас зарядить. 30 пока мало. Он и до полтинника и больше заряжался. Вот этих сейчас можно на дуэль пустить. Давай в этот и отставь, собака бешеная. Так, ну давай. Отлично. 13? Чё так мало? Чё-то снял там. Ни о чем. 13 осталось. У них должно было вообще по чуть-чуть остаться. Ты, такую карту я у тебя не видел. В начале каждого года поглощаете верхний отряд из вашего сброса. Ох ты, сволочь какая. Ну, у нас все, что остается, это... Негодяи будут наказаны! Вот так вот. Верхний отряд, ну он, конечно, может напоглощать на дохрена. Сейчас узнаем. В начале каждого второго. Это что вообще такое? Это как? В огонь ложи. Блин, ну смотри, чуть-чуть же не хватило. Ну вот если бы они этого мне не задолбили, блин. Этого типа, короче, надо прям с самого начала, по-моему, с первого раунда держать у себя, но не выкидывать. Блин. Какой сложный бой. Так, вот, пусть он с самого начала будет. Не надо, косари. Блин, огнеметчика нет. Ай, блин, беспонтовые карты попались. Такие карты, что толку от них нету. У меня-то уж нету сил. Чисто на сопротивление, короче, чтобы он побольше выкинул. Мне надо, чтобы он с колоды больше выкинул, с основной. Да, вот отсюда, а не вот с этой. Чем они больше, тем проще попасть. Ну, будем так пока чисто сопротивляться. Так. Так, надо было слушать мою бабу. Чтобы он просто повыкидывал вот этих сильных. Ну, блин, он вот этих вот фармит постоянно. Это вообще, смотри, 3 штуки кидано. 3 штуки заход. 54 он спасовал. 54, и он спасовал. Так, 54. Ну, мы можем, в принципе, кого-нибудь... А, нет, стоять. Вот мы делаем вот так. В эту жатву вместо жита вот черных так косить будем. Опа, 47. Чуть-чуть не хватает, да? Ну, пофиг, пусть выбрасывает. В любом случае... Так, 59, если я десятку дам, будет 55. Фак. А этих он, видишь, он больше не кидает их. Он такой охеревший тип. Пофиг, пас. Не хочу тратить отчёчки. Так, ну вот огнемётчика дали. Берегите головы! Так.
Ладно, с огнеметчиком более-менее. Давайте вот этих товарищей вызовем. Хамьё лирийское. И мы их усилим. Ну, одного. Так. Давай. Горите там. Блин, тут обязательно надо, чтобы два огнеметчика как минимум попалось в двух раундах, потому что без этого просто их тут невозможно уничтожать настолько быстро. Так, мы достаем вот этого товарища. Ну, тени есть, а как же? Так, ма, сапоги жмуть! Так. Так, вот этого кидаем. Чем проще, хороша, вот этот, спрятать ты легко. И ты. Меняйтесь. Бах. Отлично. Весь горящий ряд. Так, что мы сделаем? Мы, как обычно, усилим. Карту справа. Это пригодится. Я еще не знаю, для чего. Вся надежда, что вот этот тип зарядится. Потому что его им можно козырнуть в конце, блин. Так. Блин, а он уже спасовал. Фу, ё-моё, а нафига я хожу? Всё, надо тоже спасовать. Он уже спасовал. Блин, я зря так потратил. Блин, я не успеваю это... Когда он успевает пасануть, блин. Ладно, мы этого хотя бы, может, малёшку подзарядили. Так. Блин, огнемётчик нужен. Опять огнемётчик. Да, классно сыграл карту. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Как-то я попал одному сапогу в глаз 20 шагов. Жесть. Конечно. Почему у него, интересно, не отменяется, когда некого как бы бить? Почему у него не отменяется, интересно? Вот не хватает просто очень сильно. Так, мантикора долбится. Мантикора вообще просто помогает, блин, жестко. Если бы не она, я не знаю. Как тебе такое? То она что там броньку снимает. Так, а у нас 1-1 вариантов нет, да? Только побеждать. Так, ну. Мне ничего не остается, кроме как вот так вот, да, сделать. Жаль, что мантикора только по тем, которые новые появляются, стреляет, потому что так-то она бы нужна была бы и по вот этим другим картам. 68, это даже если 30-ку добавить, мне все равно не хватает. Хоть как. Так, нет. Вот так. На тройку. По вашему приказанию прибыл. На тройку. Кого можем на тройку осадить? Вот этого давай на тройку.
Блин, без огнеметчика вообще. Вот просто надо, чтобы сработал случайный рандом и попалось огнеметчика 2 или 3. Вот как вот тогда было. Потому что все, вот смотри, 80. Ну даже если вот так я сделаю. Рыцарь обязан прийти на помощь, как велит кодекс. Мне все равно не хватает. Уже все равно не хватает, хоть как. То есть он-то, конечно, уничтожил. На единичку все. Вот если бы чуть-чуть больше. Ну ладно. Ай, нет, я должен это сделать, ребята. Вот этот медик, иди нахер. Ты тоже иди нахер. Вот огнеметчик обязательно. Ты не нужен. Второй огнеметчик. На всякий случай пусть будет. Но я надеюсь, что он нам не понадобится. По крайней мере, пусть он сразу лежит. И все. Пока вот у нас... А, нет. Вот сразу огнеметчик идет. Берегите головы! Все, и мы его еще вот так делаем. Все. Хотя бы уже будет здесь что-то сниматься. О, он четырку сразу киданул. Надо было слухать мою бабу. Давай, Илон Маск. Вызывай своих демонов. 30 карт. 30. Это вообще, а с чего такие цифры? Мне просто интересно. То есть я, значит, не могу больше там... Достаточно одной стрелы. Ой, блин, я что, арбалетчика выбрал? Фу, блин. Так, это что у нас получается? 3, 4, четверку. Ха-ха, вот так как тебе. И что, он вызовет этих типов или нет? А, все равно вызывает. Ну ладно. Ладно, ладно. Как я попал одному сапогу в глаз 20 шагов? Вот так вот вам, ребята. Давай, давай, вытаскивайся. Хорошие карты вытащим. В эту жатву вместо жита черных косить будем. Давай, давай, давай. Вот мне надо, чтобы он эти выкидывал карты. Это самое главное. Чем они больше, тем проще попасть. Так, он пока не спасовал. А ну давай, вот так вот. И что ты скажешь на это, Илон? У тебя сейчас все выгорит нахрен, я тебя выжгу. То есть ты решил дальше продолжать артиллерию свою выводить. Так. Ну вот так вообще красиво. Так, а вот сейчас интересная ситуация. Он выбросил все хорошие карты. В принципе, у нас есть шанс в следующем раунде победить, если пасануть. Потому что добрать до 81 сейчас все равно не получится, только если выжечь вот этот ряд. Но если выжигаешь, то новые приходят. Поэтому мы пасанем. Так, сейчас наберем еще картишек. Картишки, конечно, так себе. Да, будем надеяться, что... Да. Блин, ну ладно, в принципе, такая ничего.
Да не попался рыцарь. Держи! Так, ну что ж. Нам сейчас надо победить обязательно. А, все, он посунул. Так, ну тут вариант. Этого можно усиливать. Этого у нас типа 12. Тут вариант только вот такой. Блин, а он еще вызывает. Блин, заставляет просто карты выкидывать. Блин. Не наше дело спрашивать почему. Сейчас еще одна, да, прилетит. А нет, все, наконец-то. Да, вот это тоже беспонтовое. Это у меня в итоге было 3 карты, так бы осталось, так вот теперь и 12 единиц запоролось. Ну. О! Ладно, рыцарь, значит, надежда есть. Вот это, конечно, не очень хорошая штука. И как обычно, некого кидануть. Не есть, а как же? Так, давай выводи несколько карт сразу. Так, берем огнеметчика и огнеметчик. Вроде чем-то пахнет. Блин, она была верхнюю поджечь. А, и второго, да? Ты что творишь? Не тряси это! Конец хода, друг. Так, а теперь мы будем вас немножко бить. Чем проще, хороша, ее спрятать легко. Бах. Так, он заряжается, когда дружественный получает урон. Но у нас дружественный пока не очень урон получает. Вот этот только, блин. Ага, во-во, вот эту ведьму надо мочить. Ай? Мне кажется, я не успею ему много снести. У него сейчас там пойди 2 четырки или, блин, десятки как вылезет, и вот это мы офигеем. Блин, ну придется выводить. Рыцарь обязан прийти на помощь, как велит кодекс. Ну все, я надеюсь, что у него не хватит. Блин, вот это зверство вообще. Вот он выкашивает просто на каком основании, как говорится. Гори-гори ясно. А, блин, чуть-чуть не хватает, походу. Да ну нет, 56, ну как так, блин, это... Невозможно это, блин, вообще просто... Так, вот этот нам не нужен. Одного достаточно. Так, это кто, Вагенбург? А, военная повозка. Да нахрен ты нужна? Блин, огнеметчик. Во. Блин, так нормально сейчас. Ну почти, вот сейчас почти прям было. Блин, ну, какой-то мега сложный бой. Здесь такие есть. Вот эти головоломки, это вообще, конечно...
сложные, они реально сложные. Так, ладно, горите, твари. Так, этим, да. Он вот эту, когда вызывает накера, он дополняет себе еще колоду эту свою. Козлинскую. А, так у нас два огнеметчика здесь. Никто не уйдет! Понятно. Хамьё лирийское. Убери. Так, извиняюсь. Так. Конец хода. Так, ну вот, он вывел кого-то из сильных. Теперь можно... вот этого товарища вызвать. Как я попал одному сапогу в глаз 20 шагов? Вот этого и вот этого вниз в огонь. Так. И еще мы усиливаем своих. Пусть, надо просто его измотать, чтобы он прям вот по максимуму все выбросил, особенно хорошие вот эти карты. А, все, он пасанул. Он пасанул. Так. Пасанул, пасанул. Так, если вот эту сделать десяточку, мы, может быть, еще вытащим. А, я попробую все-таки. Пусть, пусть он. У него, во-первых, подгорают, хотя он по пятерке, считай, добавляет. Так, ладно. Так, что мы можем сделать? Мы можем сделать дуэль. Теперь пас. Конечно, я выбросил карты, это плохо, потому что на следующий ход теперь получается не хватит, блин. Обменять. Так, случайную из старого. Ладно, пусть будет вот эту уберем. Да, неплохо. Так. Первым надо деда кидать. Да. Блин, плохо, что нет рыцаря, вот чё. Сейчас он опять демонов все поле заполонит ими. Вроде чем-то пахнет. Такой куртки-то. Не наше дело спрашивать. Блин, почему, почему вот он остальных из отбоя также не вытаскивает? Фиг ли толку от одной-то? Ты давай нормально ложи, я не... А, он спасовал. На 36 спасовал. Окей. Я сделаю вот так. Чем они больше, тем проще попасть. Раз, два, три. Блин, он сейчас еще вытащит. Вот. А, я забыл использовать. Все, пас. У меня 30. Так, у меня осталось 3 картишки. Конечно, такие себе. О, да, рыцарь. И этот тип.
Ну, шанс есть. Вот эту не знаю, нужна она мне, нет. Ладно. В любом случае ее надо вот сюда кидать, а эту мы сверху добавим. Вот эту сюда. Еще вот эту сюда сразу заряжаем. Своих накеров, шмакеров, блин, каких много. Просто. Так. Ну их трое, уже достаточно, чтобы их поперемещать. Чем проще, хороша, ее спрятать легко. Так, конец хода. Блин, ребята, ну мы должны это сделать. Как же так? Блин, у него там еще нормальные карты, причем, вот что самое обидное это. Так, а это типа уничтожить карту справа, чтобы это зарядить. А, так, это конец хода. Так, теперь мы делаем что? Мы делаем... Добавьте... Какую карту создать? Это восьмерка, но зато это может бить. Вот сюда. И мы вот этого и вот этого перемещаем сюда. Отлично. Так, у нас уже есть 5. Мы еще усиливаем. У нас есть 6. Вот так вот. Блин, сейчас он опять накеров своих позовет. Это, конечно, плохо. Так, 1, 2, 3, 4. Это 5. На 5 можем пробить. Либо вот этой сразу уничтожить вот этого. Давай вот так сделаем, наверное. Негодяи будут наказаны! Так. Ладно, того мы вынесли. Но он сейчас... У него таких же вон еще, да, несколько штук, как я и говорил. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Блин, то есть мы можем... Доспехи их не спасут. Так вот сделать. Ну это как бы, чтобы максимально просто убавить их число. Ну, у него там 6 накеров, фигли, он сейчас как их накидает, и все, тут опять поди. Был бы у меня еще огонь, чтобы... А, уже 48, что-то. А этого еще на 2 долго, блин, надо было вниз его. Ой, какая жесть, ребята. Блин, сложная, очень сложная игра. Прям мега сложная, я бы сказал. Так, ну давайте первый раунд чисто такой на отвлечение внимания сделаем вот такой. Хотя бы вот так. Так, первый дед. Какие они есть, а как же? Так мы сапоги жмуть. Сейчас мы заставим. Блин, он, видишь, он не выкидывает хорошие карты. Он как каким-то образом, вот это его фишка тупорылая, что он тупо из колоды берет накеров, а эти он не кидает. И за счет этого он только побеждает, потому что у него в итоге остается куча карт неиспользованных. А я, получается, должен каждый раз карту противопоставлять и должен что-то кидать. И вот это вот проблема, блин. Большая, так сказать. Берегите головы! Сейчас буду ему хорошие карты выжигать, чтобы он, блин, в итоге выносил на поле нормальные. Вот, началось. Так.
не пока нам лучше уточку призвать. Почему? Чтобы он еще накеров призвал, и мы в огонь кинем. Вот, вот эту всю толпу. Мы дружненько перемещаем. Так, конец. Отлично. Прыгай в огонь, Фёдор! Это вот с этой серии. Так. Мы можем теперь, в принципе, вот так сделать. Для тебя это поле боя, для меня сокровищница. Блин, ему бы больше добавлялось. Так, хоть кого-то он сбросил, это уже радует. Конечно, все равно тут одни накеры, но... Тем не менее... Так... А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Два. Тебя в огонь. Вот он что-то, вот это, смотри, у него какая-то фишка, он что-то сделал. А что это, я не очень понял. Ну, все, наверное, надо пасовать. Он сейчас опять одних накеров будет только накидывать. Почему вот у него такая фишка? А, нет, вот он четырку кинул. О, еще одну он скинул. То есть он решил все-таки немножко жестче действовать. Раз, два, три, четыре, пять. Это шестая, то есть я могу шесть кому-то снести. Доспехи их не спасут. А это что было? Вот это что он делает? Он то ли их возвращает, то ли что? Что это значит? Я пока не очень понял. Как будто бы он их возвращает в колоду, что ли? Ну давай, мне главное, чтобы он с этой выкидывал побольше. А, есть. А, блин, у меня... Он-то не пасанул еще. Ты хрена-то такая. Так, у нас кто в отбое? А, Кипелла. Да фиг с ним, давай дуэль сделаем. Блин, он не сдается, он просто решил в первом же раунде, короче, прям что-то жесткое сделать. Блин, вот это вообще читерская тема у него. Так. Да ты красавец, конечно. Сволочь. Так. Есть вариант. Дружественный отряд сброса. А кто у нас в сбросе? Давай дружественный отряд. Чего надо? Кафе я попал одному сапогу в глаз 20 шагов. Так, ты и ты. Ты и ты. А можно и я? Ну ладно, и ты. Расстрелять. Да ёлки. Все, он спасовал, у него осталось две карты. У меня одна. Блин, карты, конечно, дали. Ужасные.
Короче, мы продолжим. Вот севы и дожнива не каждому вытяжи. Попытаемся. Да блин, или огнеметчик нужен был, или рыцарь, блин, рыцаря не дали. Хотя бы эти, они чисто на общие очки прикольно работают за счет усиления. Чем они больше, тем проще попасть. Ладно. А этот сейчас, смотри, он вот эти, вон у него три карты, он их не трогает. Так, две карты. А я спасу. Все, он здесь хотя бы часть выбросил. Это уже неплохо. И еще часть выбросил. Молодец. Так, и вот теперь надо, чтобы дали рыцаря. Пожалуйста. Нет. Блин, ну... Что за дерьмо дали? С такими картами мы ничего не сделаем. Ай-яй-яй. Хотя... Так, сейчас мы что-нибудь придумаем. Ну ладно, давайте пока будем держаться. У нас есть вот это. Надежда на эту карту, что две карты можно сыграть из сброса. Блин. А-а-а. Все понятно, можно ее уже эту откидывать, блин. Так, из вашего сброса. Во-первых, вот это. Во-вторых. Во-вторых, надо либо арбалетчика, либо деда. Давай деда. Держи! Да. Ну ладно. Миллиметровенькая надежда есть, но... Прямо на очень миллиметровую. Сейчас он у него вон четырки, блин. У меня тут 7-8, у чувака 14. А, жесть. Жесть, жесть вообще просто какая-то. Чем проще, хороша, ее спрятать легко. Легко. Ну, мне кажется, у него там сейчас сильный плюс еще вот эти типы. То есть, ну он по 15 выводит за раз, потому что на поле, ну куда? И помимо этого, еще и вот эти сильные карты. Вот сейчас рыцарь нужен был, блин, а рыцаря не дали. Лилия! 4. Ну, 4 можем вынести. Не сильно-то это, конечно, нам поможет. Фигли толку. Так, ну что ж, друзья, на этом мы закончим этот видосик. Не забывайте лайкнуть наши видосики, подписаться. Жду вас всех на следующем видео. Надеюсь, мы все-таки одержим победу над этими типами. Всем удачи, пока!